Елена Новик возглавила облсберком, правда, пока с приставкой ИО. Сегодня члены избирательной комиссии Ярославской области на внеочередном заседании приняли отставку председателя Олега Килипченко и провели выборы по новой кандидатуре. На пост было два претендента. В результате тайного голосования большинство голосов набрала Елена Новик, которая с декабря прошлого года занимала должность секретаря облсберкома. Ранее она была главой администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля и заместителем мэра Ярославля. После решения коллег кандидатуру Новик на пост председателя областной избирательной комиссии должен согласовать глава региона Дмитрий Миронов. Пока же Елена Ивановна официально назначена заместителем председателя облсберкома. Я не скажу, что это для меня было неожиданно, были такие предложения, но все-таки переживание было, потому что каждый член комиссии со своим мнением, со своим статусом, и я очень благодарна за эту поддержку. Избирательная комиссия – это выборы, выборы и выборы, и мы должны их организовать так, чтобы все было у нас достойно и хорошо.